Здравствуйте, товарищи! В этом видео хочу обратиться к своим подписчикам и также к случайным зрителям канала, обратиться за советом. Дело в том, что недели через полторы я заберу свой новый красный мотоцикл. И, ну, кто не в курсе, я купил себе Honda CRF 300 Rally. То есть это такой, как бы, эндуро с опциями. Ну, в общем, неважно. Цель покупки — это покатухи по ТЭТу Европы. То есть хочу немножечко покунуться, скажем так, в эндуро, в оффроуд. Поэтому я сейчас стою перед выбором. Я не знаю, что выбрать, что касается мотобот. С одной стороны, как бы хочется боты, чтобы не промокали. То есть боты подразумевают мембрану. То есть они стоят конских денег, но они водонепроницаемые. Но есть нюанс. У таких бот с мембраной, скажем, с той же Gore-Tex, если, не дай бог, попала внутрь вода, именно внутрь, то сохнуть они будут адски долго. То есть мембрана почему-то сохнет очень-очень долго. Несколько дней может пройти, чтобы она высохла. Но с другой стороны, если, скажем так, ты не набираешь в них воды, а просто внешне защищают они очень хорошо. Теперь другой вариант, который я рассматриваю. Взять какие-нибудь легкие, такие с намеком на эндуро ботинки, которые будут легко промокать, легко вентилироваться, но при этом быстро сохнуть. Но тогда у меня не будет вот этого, тогда я буду мокнуть. Можно такой вариант: купить waterproof носки, которые в носках уже мембрана, и по необходимости, скажем так, одевать мембрану. Вот меня интересует, насколько быстро сохнет такая обувь. Скажем, если я возьму обычные, которые с вентиляцией, которые не защищены от влаги, если я, скажем, ну, встану по колено в лужу, например, ну, где-то там вброд буду переезжать, и у меня намокнут ноги. Как долго сохнут такие боты? То есть реально ли им за ночь высохнуть или нет? Вот, может быть, какие-то лайфхаки у вас есть на эту тему? Посоветуйте, если знаете. Можете просто скинуть мне какой-нибудь видос. Ну, желательно скидывайте его название канала плюс название видео. Потому что если вы будете кидать ссылку в комментариях, то есть вероятность, что YouTube ее заблокирует, и она останется где-то незамеченной мной. Поэтому оптимальней, если вы кинете название канала и ссылка. Ой, и название ролика. Может быть, вы тоже являетесь блогером и как бы занимаетесь этой темой, эндуро, что-то. Ну, может быть, вы сможете записать свой ролик на эту тему, и который будет не только мне полезен, скажем, а всем другим. В общем, ребята, вот такая вот небольшая просьба. Надеюсь, откликнетесь. Всем спасибо за просмотр. До свидания, до новых встреч.